Что ждет современную журналистику и как улучшить качество профильного образования? Эти и другие вопросы обсуждали представители Золотого фонда региональной журналистики вместе с губернатором Сергеем Морозовым. За круглым столом участники встречи обсудили самые насущные проблемы отрасли, в том числе дальнейшая работа печатных СМИ и существование их вместе с интернет-ресурсами. Одним из вопросов стало возрождение клуба ветеранов ульяновской журналистики. С таким предложением выступило региональное отделение Союза журналистов России. Больше популярностью клуб пользовался в советские годы. Ветераны прессы обсуждали злободневные вопросы, волнующие общество, приглашали на свои заседания руководителей области и города и совместными усилиями решали проблемы. На мой взгляд, если вы такое решение приняли, то вам в любом случае без взаимодействия с Советом ветеранов, без взаимодействия с серебряным правительством, которое у нас есть, не обойтись. Глава региона инициативу поддержал. В скором времени решится вопрос о помещении, где будет располагаться новый клуб. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.